Сбор американского женьшеня будет на территории леса Блэкбоун в штате Вест-Элизабет. Не самое удачное место выбрала для съемок ролика. Есть места и получше. Но мне хоть будет что снимать для следующих дейликов по женьшеню. Показано 5 точек спавна данного растения. Сложновато заметить на фоне другой зелени. Используйте режим орлиного зрения, чтобы подсветить растение. Get along. Son of a... You got a problem with me?